Надоели стандартные скины в Stand Off 2? Хочешь себе топовый инвентарь, но кошелек невелик? Тогда заходи на steadydrop.ru, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай лучшие скины от 10 рублей. Гарантированная доставка, удобные способы пополнения и, безусловно, прозрачный дроп. Открывай с удовольствием на steadydrop.ru. Хай, дорогие друзья, на ваших экранах сегодня вместе с Мейсоном. Мейсон, здорово! Здорово, ребята, всем Короче, привет. Я всаживаю 10 тысяч голды. Такую сумму я потратил, 2,5. Я на всякий случай оставил, но мы сегодня потратим все бабки, это 100 кейсов. Даже больше, у меня еще сколько-то было. Короче, 128 кейсов я насчитал. Примерно за сегодняшнюю серию придется открыть. Я начну прямо сейчас, Мейсон. Мы ждем 3 ножа. Если не выпадает 3 ножа, я удаляю этот аккаунт в стендоффе и завожу новый, короче, понимаешь? А ты чего угораешь? Ну, ребята, если мы набираем под этим роликом прямо сейчас 5000 лайков, и данное предсказание сбывается, то есть выпадает 2 ножа даже, а не 3, я реально удаляю этот аккаунт в стендоффе. Посмотрим. Блин. Короче, сначала надо выбить 3 ножа, 5000 лайков, это посмотрим жесть. Уже там, что делать ты будем. Угораешь. В любом случае, обещаю, короче, что удалю и заведу новый. Короче, покажи все свои кейсы, ты уже сразу закупил. Да, да, их тут очень много, очень много еще там есть, короче, тут дофига реально. Ладно, Мейсон, смотри, твои предсказания, давай, какие-то точные предсказания по поводу того, что мы можем выбить. Что, именно какой ножик? Нет, именно какие вообще скины выбьем, ладно. Давай, сколько ножей, сколько будет каких-то легендарных оружий, сколько будет фиолетовых? Знаешь, я думаю, где-то, раз ты около 100 кейсов открываешь, ну, легендарок будет около, наверное... Пускай, о, уже аркана! Уже есть, смотри! Чё? Пока ты думал, задумался! Пока ты задумался, да, ты сбился счет. Ну давай, давай цифру, вообще я рандомную. Я думаю, около 15 легендарок будет. 15! Вот почему-то я так думаю, да. 15 из 120 аркан, кейсов, ага. Может быть... Ну где-то из 100, вот так вот где-то. Ну ладно, ладно, давай. Аркан, я думаю, ну штук... Почему-то штук 7. Окей, вот ну 7 тоже так. Неплохо, одна может, уже 5, есть, считай, может, 5. Некромансер, смотри, вот, падает. Легендарка. У меня есть более оптимистичные предсказания. Знаете, какие? Я думаю, что у нас сегодня красных оружий будет именно стволов штук 10. Так. А 3 ножа рассчитываю, фиолетовых, собственно говоря. Ну, блин, ну там почти каждая должна фиолетовая, синего вообще не должна падать. И розовое, это все остальное. Вот такое у меня предсказание. На это я сегодня надеюсь. Я потратил свои деньги. Да, я просто думаю, тебе много будет фиолетового выпадать, поэтому... Просто вы понимаете, 10 тысяч голды, еще 20 и... керамбит голд. Ой, ну, блин, а... да. Ты смотри, мог даже эти вложения впустить в керамбит голд, представляешь? Ну нет, у меня есть для этого деньги, я их уже сэкономил, я их уже, собственно говоря, отложил. О, и это в следующей серии вы увидите, когда мы уже наберем, собственно говоря, то самое количество лайков. Но перед этим я решил все-таки испытать удачу. Мало ли я куплюсь, мало ли мне повезет, и у меня будет еще больше голды. Первый ножик так, уже был окей. На подъезде. Через 2 слота. Подъехал почти. Но не выпал. Ладно, мы надеемся на самое лучшее сегодня, ребятки. Лайки загружайте, пожалуйста. Это давайте. Жесть. Я это надеюсь. Очень много кейсов. Ну мы это уже говорили. Давай мы просто будем крутить. Азарт. Давай. АКР-12 Railgun. Попробую прокрутить ножи, чтобы, может, выпадет там, мало ли. Вот, кручу. Давай. Так. Открываю. Погнали. Давай. Блин. Будем считать вижу, его за вижу, первый ножик. Нет, надо выбить ножик. Подожди. Так, а что у нас последнее выпало? Почти нож. Почти нож? Ну да. Так, ладно, давай, раз, два, три. Выпал. Так, ладно, нож почти пролетел. Furious Case, следующее у нас то, что мы должны открыть. Короче, давай, это меня на давай. Самом деле разогревает только сильнее, потому что сегодняшнее количество кейсов это просто какая-то... О, синька. Это бомбическая пирамида из того вообще, что можно открыть в этой игре. Ух, прокрути нож, давай. Да. Ты вот все мне прям... предлагаешь покрутить ножи, но да, у меня столько кейсов, его. Что у меня нет на это времени, просто открываем да, дальше. Да, согласен, но может ну, G-Commander на самом деле не тот ножик, который я хочу, сам знаешь, это не о, самый лучший синька. Ножик, это просто не то, что нам нужно. Давай дальше, подумаем, какой кейс открыть, Ривал. И давай больше мы этой фигней да. не занимаемся. Открываем Origin, как они нам и предложены, давай, по полной. Давай, потому что я что-то сбил всю карму, и давай вернемся к тому, как открывали. Ты согласен, нет? Да, давай. Давай. Ладно, здесь я пропущу ножик, который хочу. Это M9 Bayonet Dragon Glass. И открываем его. Давай. Давай. И ничего, опять как это так? Да, блин. Хорошо, всего лишь синьку. Прокрути синьку, попробуй. Какие-то предложения странные, совсем странные предложения мне ты делаешь. Ладно, нормальный, собственно говоря, нож или красный. Смотри. Ну, это тоже неплохо. О, фиолетовое. Это тоже неплохо.
Теперь мысленно каждый, кто смотрит, подумает, какое оружие вы так, хотите, чтобы вам выпало. И вот оно сейчас выпадает, оно и будет самым главным в вашем инвентаре. Да, каждый, кстати, видимо, да, подумал о Бенке, да, про. Каждый, видимо, подумал, что он профессионал. В общем-то, ладно. У нас закончились практически Origin кейсы, и их количество все меньше и меньше, а ножа до сих пор нету. А кейсы-то неплохие, там еще как бы Rivals, J-команда остаются, да и с Керамбитом. Да, но мне не нравится, почему-то долго не выходят новые кейсы в стендоффе. Почему? Да, да, слишком долго тянут, пацаны. ТМ-16, может быть, жесть, напишем какую-то петицию, вместе соберем огромное количество подписей и скажем, выпускайте, кажется, четвертый там кейс. Уже, там уже, наверное, просто толпа уже этих петиций написала. Толпа и петиций? О, дробовик, слушай, мем про дробовик приехал. Разработчикам наскинули. Некромансер, неплохо, легендарка. Ну, нормально. Я не думаю, что он окупает, если только статрековский. Только в таком случае он окупает. Да, для коллекции. Оп-оп-оп, да блин. Вот сейчас уже... Дровишки в костер подкинуты. Знаю. Дровишки в костер. Точнее, горит-то просто... пукан мой, если да, костер называется. Да, вот пукан. Именно, да, даже мне, понимаешь, прям обидно. Есть, оп, есть, оп, есть. Оп, но, опа! Кстати, не сказал бы, что я рад, потому что дальше справа был ножик. Ладно, да, у нас уже ножик. Есть так, одна-две. Две, собственно говоря, две у нас. Есть уже, смотри, я думаю, будет 5 или 7. Ты говорил про 7. Такое. Ты говорил про 7, да. Да. Но потом я сказал, еще может быть и 5. Ага, но значит, такие у меня предсказания. Ну, проверим на тебя 7. На Вангу, проверим на Вангу, сможешь ли ты предсказать эти, собственно говоря, все апокалипсисы, войны, выпадение мне красных оружий. Да, смотри, или нет? Это будет, будет, смотри. Ну, это в, потом, будет, в да, конце, правда. Человечество в итоге, да. Ну, мы не об этом, мы не об этом. Мы сегодня да, открываем да, мы на все открываем. Бабки кейсы. Грузим о, по максималке, блин. Ладно. Падает пока синка, но мы разогрелись, а тут у нас керамбиты, очень хорошие, кстати, ой, может ой, быть, ой, у нас ой. Сегодня нажива в виде керамбитов, да, и они прямо эмка. Рядом, но они прям рядом, и плачет моя душа, плачут мои деньги, плачут мои кейсы. Я не понимаю этих разработчиков, реально, ну столько кейсов задонатить, настолько кейсов. Это ловушка, где, пацаны, где я реально удалю аккаунт, я реально, если не выбью сегодня три ножа, я, кстати, их еще не выбил ни одного. Я удалю аккаунт просто в стендоффе нафиг. Нет, обидно. Тебе же будет просто говорить, типа, там столько скинов будет. Статрек, ладно. Нет, я сначала их продам, ты о чем вообще? Ты что думаешь, ладно. Я просто удалю со скинами, что ли? Да, я думал, я их хотя бы раздам кому-нибудь, понимаешь? Не все так просто. Ну да, кстати. Я же не совсем круглый дурак, чтобы удалять аккаунт со скинами, не. Не-не-не, так, ой, ладно, блин. Открываем следующий Furious Case. Давай. И просто молча я смотрим за тем, как мне прямо сейчас падает ножик. На, это не работает уже, блин. Не надо ее удалить из этого кейса, сраная эмка. Ну да, кстати, блин. Вот что-то она прям много вообще, неудач приносит. Ладно, красный керамбит. Клоу, Аркана, очень дорого блин, стоит. Он очень классный, этот керамбит. И очень классный в то же время, да. Давай. Но его у нас нету в инвентаре. Блин. И, к сожалению, пока что не намечается. Но сейчас этого кейса мы берем и открываем. Верим, надеемся и ждем. Он просто берет и падает, смотрите. Давай, 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 давай. А, что-то не получилось, да? Блин. Капец, ну не ладно, расстраиваться, давай, потому давай, что давай, 25 еще кейсов выпадет, у нас на запасе, но. Еще вон сколько. Мы их замаемся открывать жесть. Сегодня, ребят. Ну реально, да, просто замучаемся. Да не сколько на самом кейсов? Деле не так уж и сильно сколько долго. Кейсов? Мы их настолько быстро открываем, ну ай, ай-яй-яй! Да я сейчас просто не могу поверить в такие вещи. Блин! Такой момент! Да ну! Такой момент! Я не знаю, ребят. Между двух ножей. Коротко о моей удаче на сегодня, знаете. Удача такое сыну маминой подруги, там, конечно же, это поддержать три лайком. Ножа в ряд, три семерки, азин, ну вы сами знаете, сколько там топоров, я не буду дальше говорить. Ну а вот у меня сейчас один топор в виде дробовика. Да, это просто я не три знаю. Ножа уже пролетели, то есть те гипотетические ножи, которые должны мне были выпасть, они не о, докатились. О, Филиппин написал. Ну да, в самый нужный момент. Ладно, давай дальше, МК Про, ладно. Взял такой, прими в друзья, написал. Ладно, 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 ладно. Это только давай. Разогрев, это знаешь, чтобы в жилах кровь застыла, кипятком вскипятилась застыла, и, короче, выпала ВМ Scratch. Блин, ну это про кровь здесь бесит, я угадал. Понимаешь? Да, про кровь угадал. Про кровь ты прям в точку сказал. Furious блин, Case, и дальше у нас бесит. Идет огромная пачка из Rivals, но потом еще снова 5 Origins, 5 Rivals и еще 5 чего-то там, короче, я уже запутался. Блин. Здесь АКР Sport падает, однако с этого кейса. Спорт, вот это вот скин, да. Макс что-то настырно там предлагает. Вообще что-то играть хочет, ну хотя бы сами знаете, что это не Максим, потому что он мне только что звонил, он нифига не встал. Хотя, слушай, он с мобилы звонил уже. Ну да, зашел с мобилы поиграть. Очень настырно приглашает в лобби. Смотрит Леха в сети. Я зайду. Что такое? Так, что надо? Вот. Встань. Я кейсы открываю. До свидания. Надеюсь, понял. Да, да, да. Ладно, открываем дальше. Погнали, погнали, погнали. Ну что это? АКР-карбон. АКР-карбон, эй, в смысле?
Ну, слушай, ну, он не окупает это кейс. Не очень, это не очень. Да он вообще не окупает. Не, ну он выглядит, в принципе, не... Да тут все неплохо выглядят. Тут даже говно лютое, если падает, как бы в стендофе, ты все равно с нормальным скином бегаешь, но... По стоимости... Так. Нет, человек по не понял в итоге. Ладно, открываем дальше. Вам придется видеть эту всплывающую надпись бесконечное количество раз, но... Да сломается мышка у человека, который кликает на этот инвайт, но все равно в любом случае у нас падает вот такая вот фуфлыжная штука. Открываем дальше. Ну, надеюсь, его приглашение нам принесут только удачу и только один нож. Хотя бы один. Я уже на три не надеюсь, но на один-то точно мы должны понадеяться. Сколько ножей за 100 с лишним кейсов может выпасть? Ну сколько? Когда мы начали открывать, мы надеялись на три ножа. На три ножа. Где эти три ножа? Может, они просто в конце сейчас друг за другом попадают? Сейчас хотя бы один, хотя бы первый нож увидеть. Давай третий ревал кейс откроем, что-то мы следом друг за другом их открываем. Да, чувак, нельзя делать. Да на, ну какая разница? Это ж просто кейсы, и в них уже заложено изначально. Вот какой купил, такой и будет дроп. Да, ну да. Поэтому открываем второй и смотрим, что в нем уже изначально лежало. До того, как я его еще решил открыть, в нем изначально было написано АКР карбон, все. Острый. Мы не знаем, вот вообще купили ли мы вообще на самом деле кейсы с ножами. Я, может быть, купили 5 штук сразу подряд, понимаете? Генезис пролетел. Было бы неплохо, если бы он выпал. Grand Prix. Было бы неплохо. Генезис неплохо, стоит бы в раз 7. Особенно если статрек, да. Я бы вообще все себе купил. О, статрек, так это вообще нормально. МК Offroad, так, МП7, ну ладно, МК говорю. Да, МП7. У меня уже крыша начинает ехать, но тут же команда, это вообще не самый желанный ножик. Стендов, давай хотя бы нам Джей команды. Хотя реально бы, да, ну реально вернуть половину того, что я вдонатил, ну серьезно, да, просто голда очень много улетает. Даже какая я не знал разница, об я этом. Все равно не смогу ее вывести, в принципе, в реальные деньги, типа, почему мне дать нормальный дроп, а? Да, реально. Ну это же капец полный. Хотя это, знаешь, теория с тем, что вот как в КС-ке, типа, были сначала нормальные дропы в КС, а потом появились сайты и все, в КС-ке больше ничего не падает, идите на вообще, свои сайты, как говорится. Да, только-только на сайтах, реально. Но мы не подводим ничего к этому, мы сегодня потратим исключительно всю голду, что есть у нас на аккаунте. Мы исключительно ради эксперимента больной, смотрим. Просто Frostwire G22. Frostwire, неплохо. Ну кто так, как называет? Дальше. Я, собственно, хочу назвать G-команда, Лёха G-команда, Лёха 3 G-команда. Нет. О, опять видишь, снова у нас Frostwire выпадает. Или Virum. Нормально. Я не знаю, честно так, говоря. Ладно, еще один в комментариях, кейс, ребята. Как мы открываем будет один кейс каждые 20 секунд, если даже... Нет, да, каждые 10, какие 20? Ну, смотри, да, Genesis, 10, вот он очень рядом был. Даже чуть меньше, наверное. Это какой-то тонкий намек, тонкий троллинг. Открываем дальше. Давай, давай, ну, давай, вот прям надеюсь, реально. Аркада. Аркада, окей. Какая окей, нафиг аркада? Ну, даже, ты понимаешь, даже она не окупает кейс. Даже она легендарка. А когда-то она окупала, то есть ты хочешь сказать, да? Ну, не знаю. Гуль, гуль, так, гуль, 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 сколько гуль, гулей. Гуль. Курлы, курлы. Если бы я столько давай по 90 имел в CSGO, особенно, особенно каких там... ножей. Дракон, короче, который из коллекции Cobblestone, то тогда бы я был рад, но здесь мне это вообще особо как-то не нравится. Блин, а? Просто они похожи, напомнили друг друга как-то по компоновке, по рисунку. Ну. В общем, неважно. Очень мало кейсов остается, но еще голда есть, и поэтому мы еще купим, ну, останавливайся. Давай, ладно, давай, давай. Было бы позорно, если бы укатилось бы на синее. Хотя бы легендарка. Origin, слушай, Origin уже интересно открывать. MP9 Bayonet. Давай, давай, давай. М9, МП9, говорю. Сейчас реально МП9 упадет. Ладно, Origin кейс. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Уже начинает мне как-то напрягать это все. Мы извилины. Так. Азартные мои. Азартные мои. Зачем я все на все это согласился? Надо было держать голду на аккаунте, а? Ну, я не знаю. Ну, в прошлый раз нормально же открыли. В прошлый раз открывал 100 кейсов. Лайка. Если вы не видели этот видос, найдите его и посмотрите. Там нормально же выпало. Там реально очень офигенно выпало. Я даже ушел в плюс. Я пообещал, что мы набираем там нужное количество лайков. Я повторяю. Мы набрали, я повторяю. Вот поэтому только лишь я это и делаю. Вот обещание именно, дал, обещание выполнил. Все, погнали. Если ты создашь новый аккаунт, мне кажется, ты поступишь правильно. Даже если нам ничего не выпадет. У меня такая же. У меня эта идея изначально была. Это реально правильно. Последняя точка кипения, которая показывает, что... Ты сам видишь. Аккаунт исчерпал все свои выпадения ножей. Две арканки. У нас две арканки сейчас с собой, которые вывели. Так. Мы еще не все потратили, не все потратили, понимаешь? Подожди, он был статрек гир. Я не знаю, сколько он стоит. Потом посмотрим, мы потом будем собирать, собственно, всю информацию с того, как мы купились или нет, но... Да, согласен. Так, М4. Куда вообще столько синек? О, статрек, нифига. Два кейса еще покупаем, короче, на оставшиеся. Я, у меня такое решение. Все. Давай, хотя бы один нож, ну должен же быть в этой серии, вы понимаете? Вы понимаете, он по-любому будет. Как столько раз можно открыть кейс? Он по-любому будет, просто ножа. Я удаляю все комментарии, которые максимально спойлерят. Некромансер неплохо. Максимально спойлерят возможную на какой-то тайм-код, в котором выпал ножик. Собственно, ладно, погнали дальше. Магазин Origin покупаем, да, давай. Штука. Давай.
9 купим. Давай, так. Origin, в принципе, неплохо. И Rival. Furious. А Furious не хочешь? Ну, Furious нет, давай Rival 7 и посмотрим потом, еще 920 оставляем. Давай, давай, смотрим, давай. Смотрим, давай, Origin открываем. Здесь у нас M9. Нет, давай ты добьешь, наверное, Rival, а потом мы откроем Origin, так будет интересней. Ну да, согласен. Слушай, давай. Добьем, правда, листать? Смотри, сколько ты уже убил скинов, тебе листать, да. Листать только до кейсов. Ну, блин, а сколько было кейсов, сколько их надо было листать, а в итоге сейчас... Да. Оу, воу-воу, блин. Ну, воу-воу, уже четвертый пролетел, да. Да, ну я. Ну это прям, я не знаю, это ловить, короче, иголку в стоге сена. И в итоге согласен. Поймать ее, но она уткнулась тебе в палец и пошла по кровотоку. Я иначе не назову вот эту игру в поисках ножа. Потому что ни одного не выбил. Хотя они никакой ценности здесь дорогой прям не представляют, вот эти ножи, не по 3000 голды, а то и по 1500 вообще. Ну, G-команда. То есть один ножик может там чисто G-команда купить только лишь 15 кейсов. А мы их открыли сегодня больше 100. Уже, по сути. Да, да, реально. Некромансер, ладно. Некромансер. Может быть, полтора кейса окупает. Я не знаю. Так, Rival кейс. Хоть окупал жестко. Ну, некромансер, значит, ты не проиграл так много, знаешь. Ну, кейсик так купил, кейсик так купил. Даже драный бис, который на сайте валится каждый третий раз, и он тут даже не упадает. Да, кстати, представляешь, на сайте-то он вообще только так может валиться. А тут вообще что-то... Оффроуд. Прям не сыпется. Оффроуд. Оффроуд, оффроуд. Ладно. Так, еще один Rival, и добиваем потом Origin. Ну все, да, ну все, пацаны, 920 голды. Последний я, наверное, Rival. На утешение оставляю. Давай. Ну потому что сложно, блин, ну как-то вообще с этим смириться. О. С тем, что даже синька падает за место того синька, дигла. Синька. У нас две страницы синьки где-то. Ну там еще 100 трек, кстати. Origin Case открывается, давай, на ваших, давай, экранах, давай, и падает. Давай, давай. 350 не он. Нет, он не падает. Нет. Это же не он. Блин, деревянный дробовик просто выпал. Стреляй, стрелять нормально. Это я просто смотрю в это дуло сейчас. Сколько голды я потратил и стреляю. Там закрыто оно. И дуло-то, и то закрыто, заварено дуло. Как стрелять просто? Падает синька с заваренным дулом. Оно даже не стреляет, вы понимаете, насколько вот сегодня удача меня преследует? На каком уровне она? Открываем еще и смотрим. С закрытыми глазами я смотрю. Но! Открыл я их не вовремя, потому что если бы я их подержал еще дольше, возможно бы еще прокатилось. Я удивился, что мы... А где? Я что, пролистал, что ли? А, вот. Вот. Еще 5 у нас остается. 5 штучек, давай. 5 кейсов, 5 шансов на победу. И, как я говорил, 3 подряд вывалятся ножи. 4 даже. Все, смотрим. Просто 3 последних кейса — это 3 ножа, ты понимаешь? Да, даже 4. Ну, вот сейчас смотрим. Вот прямо сейчас смотрим. Давай, давай, ножик. Ножик. Ну, куда ты? Тварь, тварь! Вот у меня такие же вот сейчас фразы. Блин, сейчас с головы хотели высыпаться, только куда более нецензурную, но... Я уже реально не могу прям вообще на это смотреть. Открываем. Ну, что тут делать? Просто откроем. Давай! Какой ужас! Неплохо. У него глаза горят хотя бы у этого гуля. Давай. Еще 2 кейса, это все. Давай, где нож? В них должны быть ножи, смысл? Я смотрю молча, я просто не понимаю. Ну как так? Как так? В них должны быть ножи. Вот он. Где ножи? Как спичка в пятом элементе. Прокрути. Самый последний ножи, шанс. Прокрути их. Или не надо, я все не прокручу, знаю. Давай, все. Раз. Все даже, все прям. Даже если один выпадет, я на 3 рассчитывал. 2. Давай. Даже самые худшие неоптимистические ожидания в виде 7 красных не оправдались. Погнали. 5, погнали. Погнали! Ну, стоп! Вот это вот уже интересно. Это окуп! Вот это да. Окуп, тогда вообще. Фьюриус. У нас же там керамбит, да, Фьюриус? А, да, там керамбит реально. Девять, я все бабки потратил, понимаете? Все. О, сколько уже времени этот видос идет, у него такой 15 вопрос, минут уже, если даже не больше. 15 минут. 18, ребята, 20, 20 минута уже, наверное. Прям с самого начала. Да, по-любому нож это должен быть жесть. На превьюшке, значит он выпал. Понимаете сами, да? Еще один Фьюриус. Аркана. Я ставил на 5 аркан. Ну, блин, ну я вот ставил на 7, должно потом еще на 5. Ну, хотя бы 5, да, от 5 до 7. Блин, давай, реально. Так, слушай, наверное, надо реально все ножи прокрути посмотреть. Прокрути ножи, давай. Так, сначала прокрутить нужно кейсы, потом прокручиваем ножи. Раз. Давай, один. Два. Три. Четыре. Какая тупая тактика. Ну, если она работает, я просто буду делать так каждый раз. И... Да, о, щит. Ну, что-то как-то даже не продала самые худшие ожидания. Да, это реально самый худший шаг. Ладно, давай Dragon Glass. Давай. Глаз. Хопа, хопа. Какая разница, открываем. Мне хоть глаз хоть в жопу дракона. Раз, мне уже просто сколько голды я всрал, это ужас. Блин.
Ну хоть бы вот почему так рядом, так рядом эти арканы. Давай, блин, я верю в тебя. Нет, ну надо было сохранить 920 голды. Я не знаю, чем я должен был с ними сделать, если я в следующей серии все равно бы открыл кейсы, но я бы и там их проиграл. Собственно, какая разница, сейчас или там? Может быть, тебе стоило с самого начала аккаунт. Ну не доехал, да. Да, что-то плохо прям крутится, ну прям плохо. Три осталось. Вот три, да, последних, как мы и говорили, в них лежат ножи. Первый ножик, смотрите, на ваших глазах попался. Так, нож не даже не радуемся, это всего лишь ножик. Да. Еще один. Так. Даже не радуемся сейчас, просто ножик. Забираем второй, как и обещала нам игра. Как и обещал так. Я. Так. Какой Керамбит Про. Керамбит Про. Неплохо, неплохо. Давай, третий. Мне интересно, какой будет третий нож? Это последний кейс. Какой будет реально третий нож? Такой ножик красивый выпал. Всем спасибо. Там лайки. Пока. Лайк, подписка. Все. Писка. Да. Вот.